Преподаватели Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова обвиняют ректора в том, что он безосновательно, по их словам, урезает им учебные часы и зарплату, а бесконечные проверки не дают им работать. Преподаватели Актауского вуза написали письмо премьер-министру Казахстана в администрацию президента и Министерство образования и науки. На отчетной встрече акима Мангистауской области с населением на прошлой неделе они попросили местные власти вмешаться в ситуацию. Басқа жақтағы университетке ауысып кеткен. Бұл деген сөз, біздің облыстың қаншама миллиардтаған қаражат балаға кетті деген сөз. Осының барын сізге жазғанбыз. Сізден сұрағым, сіз бізді бүкіл университеттің ұжымы болмаса да, ең болмағанда ынталы топты қабылдай аласыз ба? Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев сказал, что демаршем преподавателей может кто-то управлять. Кем оны ұйымдастырып жүрген, не себепті ұйымдастырып жүрген? Раз білеміз, сондықтан ретінен бұл мәселеде шешілетін болады. Жауап сонда. Ректор университета Дильбек Бутабеков говорит, что его подчиненным не нравится то, что он пытается навести порядок, установить финансовую дисциплину и контролировать учебный процесс. Преподаватели, по его словам, возмутились, когда с них потребовали вернуть лишние премиальные. Отсюда и сыр-бор. Ректор считает, что никаких гонений в вузе нет. Бір адамға саусағын тигізбе. Осы уақытқа дейінде саусағын тигізгенбіз. Ол адамды мен бүгін де шақырамын. Келіңіздер бірге ақылдасып, қандай мәселелер көтеріп тұрсыздар, мен бірге ойласып шешейін. Мен келіп премия беріп бастадым. 13 жылдан бастап әр мерекеге премия беріп сөйтіп бастадым. Себебі қаржылық тәртіпті қарап отырсам, ақша болады. Сейчас спор между преподавателями и ректором изучает специальная комиссия Министерства образования и науки Казахстана. Сания Туйкент, Ахмолда Кусаин, Азаттык ТВ.